Болгарское Кемпо. Болгария. Болгары представили на фестивале в Чхунджу свое боевое искусство. Болгарское Кемпо, сокращенно Бул Кемпо. По словам его основателя Велина Хаджолова, это современное универсальное боевое искусство, уникальность которого состоит в сочетании жесткого и мягкого принципов. В Булкэмпо все защитные техники основаны на мягком принципе, свойственном дзюдо, самбо, айкидо. А техники нападения на жестком, присущем таким видам боевого искусства, как кёкюшинкай, асихара карате и тхэквондо. Иначе говоря, в Булкэмпо удары руками и ногами выполняются жестко и в полный контакт. А блоки и броски мягко, с использованием инерции противника. Хоть Бул Кэмпо стиль довольно молодой, ему присущи черты традиционного боевого искусства. Это и детально разработанная базовая техника. Стойки, удары, блоки, приемы борьбы, броски, захваты, болевые замки. И формальные комплексы боевых приемов, и свободный поединок. Здесь все подчинено суровой дисциплине, а поединок сопровождается обязательным ритуалом.